at the roots. План с донесением найден в 18 году на убитом подростке в Буденновке. От этого лично пахнет тайной, кровью и приключениями. Опасный для юношества документ. Вы уверены, что никто не вернулся? Уверен. С этим отрядом погиб мой лучший друг, можно сказать, брат. Веком, читай. На этом листе есть донесение. Ревком Епифанцеву. Сообщаю, что выйдя из Усть-Лагорской станицы сего 1 июля достиг района местонахождения. Товар есть. Как? Я и двое ребят нуждаемся в помощи. В случае отсутствия в самое ближайшее время крышка. Тут все расплылось, стерлось. Фриц Себин, колонист. Лбу шрам крестом. Инженер Шетман. Погибнем август. Август 18 года. Да-да. Жаль. Подпись командира стерлась, не разберешь. Это призыв о помощи. Но дошел он до нас только 24 года спустя. Все же мы организовали розыск. Ну? Но мы шли. Пока эта карта дела нас. Но дальше с половины пути карты испорчены. Пришлось вернуться. Немцы, партизаны, все это звучит сегодняшним, 43-м годом. Но ведь это 18-й год. И Алтай. Нет, дядя Федя, это все по вашей линии. Мы геологи здесь ни при чем. Трудно сказать. Где не на бумагу с партизанским донесением? Да нет, наоборот. Золото? Золото. Аурум. Это иностранный анализ какой-то золотой руды. Выпущенный неизвестной лабораторией. 75-100 граммов на тонну руды. С ума сойти можно. Неужели? Жаль, что руда не наша. А почему не наша? Наша. 75-100 граммов. Слушайте, друзья. Надо организовать разведку. Вот для этого, профессор, я и пригласил вас. А? Вот да-да-да, согласен. С восторгом. Считайте, что золото наше. Солим хавзга, как нас хавсом. Что это значит, Солим? А это по-грузински. Есть у меня жена, да только на том берегу. Ведь карта испорчена. А горы Алтай обширны. Куда это? Да, карта испорчена. Но у меня появились добавочные данные. Приведите капитана. Что за капитан? Сейчас увидишь. Смотри. Немец в форме? Он ее прятал под длинным плащом. Откуда? Кто он? Он был взят в плен под Смоленском. Бежал. Давно у вас этот крест? За компанию во Франции. Я говорю не об этом, а о том, что у вас на лбу. Это польская компания. Он выглядит старше. Простите, школьная привычка. Да, от нее трудно избавиться. Почему вы бежали из лагеря военнопленных? Я уже объяснял. Я хотел вернуться в ряды германской армии. Для солдата... Очень похвально. Но для этого нужно было бежать на запад, а не на восток. Я уже объяснял. Я хотел перейти границу Китая, оттуда в Японию. Я думал, так будет лучше. Но ведь Япония от Германии отделяют три океана и два флота, американский и английский. Я уже объяснял. Я думал найти средства в Японии. Или на Алтае. Я вас не понимаю. Вы
Вы вернулись на Алтай спустя 24 года, чтобы... Я никогда не был на Алтае. Для того, чтобы добыть средства. Золото. То золото, которое вы переправляли в Китай в Шульце. Из рудника, известного нам обоим. Нам известно все. Все, кроме пути к руднику. Значит, вам не все известно. Укажите нам этот путь. Может быть, в натуре вам будет легче вспомнить. Мы отправимся туда вместе с вами, господин капитан. Слушаюсь. Беру его с собой в экспедицию. О донесении писал начальник отряда. Член Рефтрой. Отец. Да. Твой отец. Егор Перекресток. А вот, возможно, тот, кто 24 года тому назад погубил твоего отца и его отряд. Раньше срока. В степи дорог много. Куда коня повел, там тебе и путь. А здесь горы. Все тропы наперечет. Значит, изловить нас легче легкого. Петру, пойдете в обход. Сигнал руки вверх. А кто же нас ловить будет? И куда мы путь держим? Все скажу, старик. А пока, ребята, клади оружие. Как это так? Проверив все гранаты, наганы, винты. После спрашивать буду. Предупреждаю, обижаться поздно будет. Ну ладно. А куда класть? Давай, давай. Да, серединку. Серединку давай. Вот. Потом. Ну а ты? Пожалуйста. Правильно окрестил тебя, Вася. Гармонисты, а не партизан. И сам ты какой-то разнолапый. Ну, тебя здесь нету! Спокойно. Спокойно, Вася. А, попались, супчики. Так. Белого казачьего мякиша захотели. Кто командир? Я командир. Коммунист? Коммунист. Холера, взять. Виновен, ребят. Умирай спокойно, Егор. Старик, рот забью. О, борода, так борода. Старовер, что ли? Старое, не верю. Ну,
сердцем принимаем. И возьмите этого дурака. Мы не торопясь. По одному. А ты кто? Здоровый. Казах, что ли? Куда вам, казакам? Рыбак я. Это взять, дочка. Не тронь. Сам иду. Мы не торопясь. Ну? Алексей Гужинский. Пароль? Сама. Все задание. Господина Шетмана. По заданию Шетмана. Молодцы! Лихие ребята! А ты? Опять Шетман. Так видишь. На кого же он работает? Не знаю. Знаешь, против нас. Этих допросишь? Нет. Вряд ли они что-нибудь знают. Это информаторы. А таскать их по горам опасно. Убрать! Пусть у тебя за них, Егор, голова не болит. Если спугнем, побег не найдешь.
верный коню двигаю я, шагом выступая. Грю замчался конь стрелою, избам заверну. На бледном лице я твоем читаю страдания любви. Во сне я вижу, мы вдвоем при блеске яркой луны. При блеске яркой луны. В чем дело? Что там видишь? Луну и больше ничего. А что вам еще надо? Он врет, не верьте ему, Майер. Он видит еще там собаку. Она собирается выйти на Луну, и вы можете ей составить компанию, Майер. Мальчишка! И я снимаю свой отряд. Ваша политика, Шетман, ни к черту не годится. Где Герр Шульце? Где шеф? Он должен быть здесь, сейчас. Второй месяц мы блуждаем в горах, ждем какой-то партизанский отряд. Никто не знает, когда он выйдет и выйдет ли он вообще. Люди волнуются, измучены. Вы ничем не рискуете, а мы все отберут, дома, скот, мельницы. Где Герр Шульце? У вас плохая память, друзья. Мы переселяли колонистов в Россию не для обогащения. Вам все куплено за наши деньги. В счет будущих благ дядюшка Майер получил из нашего фонда в 1909 году 7 тысяч долларов. В 16 году я привез ему 20 тысяч долларов. Такие деньги, друзья, надо отработать. Сколько, сколько? Не в этом дело. В этих деньгах я отчитался перед Герр Шульце полностью. Ну, положим, не полностью. Откуда вы это знаете? Я этого не знаю. Но я знаю вас, Герр Майер. Так вот, Эббинг, перестаньте портить нож. Вы мне действуете на нервы. Простите, школьная привычка. Так вот, предупреждаю. Что вы нарушаете прямые указания Герр Шульце. И вы знаете, что это значит. Приказ Герр Шульце для нас закон. Неужели он нами недоволен? Но поймите, Шетман, открытое сопротивление новой власти сейчас невозможно. Герр Шульце обещал мне, что в случае благоприятного исхода операции начальники отряда получат по 10 тысяч долларов. А рядовые по 1000. Так бы сказали сразу. 10 тысяч можно ждать. Хоть целый год. Вам, вероятно, очень нужны деньги. Хотелось бы знать, что я, начальник отряда или рядовой? Часто вы просто болван. Да? Прошли. Ну вот. Ждать больше не будем. Отряд Перекрестного прошел мимо нас. Друзья, запомните приказ Герр Шульце. Отряд Перекрестного должен исчезнуть без всякого шума. Иначе через 10 дней мы будем иметь дело с регулярными частями Красной Армии. С
Смотря куда он направится. Дороги всего две. О каждом его шаге нам будет известно. Как? Это мое дело. Да, но перед такой серьезной операцией нам следовало бы повидать Горшульца. Да. Он нехорошо с нами поступает. 2 года мы работаем на него, он даже познакомиться не хочет. Тут я ничего не могу сделать. Я сам его никогда не видел. За мной! Смертью не отделаешься. Добрые. Ты кто? Проходчики мы. Так. Никодимова. Сродника благословенного. Ага. Там дед мой жил. Отец. Так. И я живу. Дом свой. Ну-ну-ну. Семья. Дети малые. Вот привели меня оттуда. В горы жилу смотреть. На месяц. А 2 года держали. А кто ж тебя привел? Звери лютые. Кровопийцы. Ну кто, ты их знаешь? Инженер Шетман. Золото берет большое. Так. Такого на Алтае не было. Из руды, как желтый змей, само ползет. Блестит. Большое берет золотишко. Но и народу переводит. Не посчитаешь. Сбежал? 2 месяца по горам блуждал. Нагнали дьявола. Значит, нужен ты им был, а? Где там нужен? Боятся, что дорогу к руднику выдам. Руду в Китай сплавляют и боятся. Вовек не расплатиться мне с вами. Спасли вы меня. Дорогу к руднику покажешь? И в расчете будем. А? Рискнем?
26. Это они! Скорее бы вперед, Егор Трофимович! Нам только это ущелье проскочить, там дорога есть! Торопись, Егор Трофимович, торопись! А, поймали. Теперь он никуда не уйдет. Эббинг в тылу, мы здесь. И этот алтайский Наполеон в капкане. Я задержу их. Ладно.
Как же так? Нам помог, а сам... Мы шли на опасное дело. А впереди еще... Вася, идем! Можно не спешить. Мышеловка дохлопнулась. Учитесь, глупец! Это последний путь, который я ему оставил. Ловушка. Рыбак, к пулемету. Ага. Так. Хотел нас поодиночке. Пришлось повозиться, Егор Трофимович. Значит, встретились все-таки. Мы тебя в проводники не зазывали. Ну, показывай дорогу. Где дорога? Это дорога! Вот тебе наш приговор. Перепрыгнешь, живой уйдешь. Прости. Не перепрыгнешь, Бог нас прости. Рыбак, держи конец. Давай. Хватит. Ну. Егор Трофимович, да как же, а, Иван? Купили меня, душу мою купили, золото, много золота обещали. Каюсь, Егор Трофимович, на смерть вел всех вас, на погибель. Трофимович, у меня же ведь дом свой, семья. Дети малые. Брат, помогите. Дядюня! Вот дорога Никодимова нам никак не подходит. А другой нет. Видно, здесь придется лечь костьми. Располученной порою сквозь туман и мрак ехал тихо над рекою удалой казак. Черная шапка на бекрень вежу панцири пистолет и бригады. Поют. Это их последняя песня. Как говорят русские, как это их песенка будет спета? Когда? Утром. Конечно, если они не найдут другой тропы. Вы опять лезете? Никакой другой тропы не существует.
людей. Догнать их. Бесполезно. Эббинг, уберите флаг. Вы плохо знаете Перекрестного, господа. Он может появиться там, где его никто не ожидает. Смажь веревку мылом, Шетман, и свяжи петлю. Мы туда просунем, Шетман, голову твою. Это по вашему адресу. Рыбак! Огня! Вся! Выхода нет, Егор Трофимович. Без соли мы давно, а теперь мука вся вышла. Долго мы здесь околачиваемся, Егор Трофимович. Как бы не ошибиться. Это единственный выход. Дорога на рудник нам неизвестна. Здесь придется ждать хоть до снегов. По караванным тропам из Китая кто-нибудь должен же идти к ним? Давай! Теперь я тоже знаю! Скорей! Давай! Хорошо, деточка, оставайся.
Слушай, девушку видел? Пожалуйте, пожалуйста. Где она? Зайдите. Где девушка? Тебя заплатили? Спокойно, Шетман. Нас здесь только двое. Каял, где девушка? Девушка. Она ушла. Но если ты заплатишь еще, Каял тебе даст место девушки. Его. Кого? Того, кого вы ищете, или кто ищет вас, он здесь. Перекрестов. И еще три. Раз, два, три. Они в ближнем лесу. Мои люди их не упустят. Мы возьмем их завтра. Нет, сегодня. Сегодня. Много найдется. Мука будет, а мясо уже есть. Фу. Уйдет. Он уходил из засады трех отрядов. Здесь только мы. А перед Херр Шульце я отвечаю головой. Thank you.
Кажись, капут. Черт. А? Ты что, ревешь? Боишься? Нет. От обиды. Да тебе и бояться не стыдно. Ты молодой. Жить надо. Жалко. Ну, не надо. Ну, хочешь, спою. Как хочешь. Значит, спою. Сядь Борзова, с тобой едем в дальний край. Будешь счастлива со мною, с другом всюду рай. Наконец-то. Вы поверите, последний месяц я почти не спал. Вы очень боитесь Харшульца? Интересно знать, кто он? Настоящий немец или такой же, как вы? Что вам известно обо мне? Да нет, мне ничего не известно. Я знаю вас как инженера Шетмана. Остается только выяснить, немец ли вы. Это вам обойдется... Зачем стрелять мимо? Еще в чужой деревне. Операция продолжается. Так вот, вам остается закончить ее 3 точными выстрелами. Так как прикажете, сюда или сюда? Сюда. И без промаха. Ох, сюда. Очень хорошо. Каял. Перекрестов. Упустили! Куда вы спешите, Пайнгор? Советую вам так же. Операция продолжается. Что? Бежал! Слушай! Золото! Что вы сделали? Он нам больше не нужен. А лучше всех молчат мертвые. Прибавьте это за голову Перекрестного. Кажется, вы не совсем болван. Скорей, к отряду! Здесь начинается золотая тропа. Ей идти нельзя. Отсюда никто живым не возвращался. Мы такие, что вернем. Ничего, нами не пропадешь. Не бойся, я не могу. Ну?
При такой позиции их трудно будет взять. Мы останемся без людей. Ага. Давай. Дерево, видишь? Такое. Ага. Срезанную кору. Угу. Значит, динамит. Попробуем. Стой. Когда инженеры Шетмана соберутся, следите. Ладно. Деревья с точками. Товар есть. Я и двое ребят нуждаемся в помощи. В случае отсутствия в ближайшее время, крышка. Ночь становится темнее. Скрылась луна. Выйди, коханочка, скорее, напади коня. Значит так. План и донесение вместе. Разыщешь Епифанцева. Если будет круто, план уничтожь. Тебя только тут. Проскользнуть. А там уже никого нет. Угу. Короткий путь через перевал, но снежный. Я доберусь. Я знаю. Ты молодец. Пригодится. Ну, путь. Всего счастливо. Следи. Неужели проскочит, а? Он проскочит. Будет молодец. Прости меня, мою жену, забудь в объятиях со мной, в блеске яркой его не сердись, это школьная привычка. Это последний склад. Завтра нечем будет кормить арам. Надо их распустить. Куда же они? Вы еще лезете. Куда? Чертя! Два! На тот свет! Да, если Горшольцы действительно существуют,
Ему бы пора прийти на помощь. Шульце, Шульце, мерзавец ваш Шульце. 5 лет он моими руками горяченький каштан из огня достает. Пишет выговоры, а сам я знаю где. Подлец, отсиживается на явочной квартире. Что вы сделали? Этот бездарный субъект сделал все, чтобы провалить операцию. Но это единственный человек, который связывал нас с Герр Шульца. Где его теперь буду искать? Его искать не надо. Главный резидент германской разведки на востоке России, Герр Шульце, это я. Эббинг! Да, Герр Шульц. Вы знаете, где тайник номер 3? Да, Герр Шульц. Сколько вам надо времени? 10 минут. Хорошо. Я считаю вас настоящим немцем. Через 12 минут вы приведете его в действие, и со всей этой историей будет покончено. Все ясно. Затем курс на запад, к перевалу. Вы догоните того, кто ушел, если только, конечно, люди Шатмана его упустили. Уничтожите его. Ну, а дальше вы знаете. Знаете? Доложить вам. Только не здесь. Берлин, Груневальд, Кёнигштрассе 7. Пароль? Черные очки. Кстати, они пригодятся вам на перевале. Стоп! Вы проскочите после моего выстрела. У большого дерева группа. Видишь? Вижу. Присмотрись внимательнее. Ладно. Это незаметно. Делайте это незаметно. Капитан, старые школьные привычки иногда может сильно подвести, не правда ли? Да. Только указать нам путь к руднику. Я не понимаю, что вы от меня хотите. И потом, вы не имеете права. Я пленный. Не вам, немцы, говорить о правах военнопленного. Нет, ну как пленный вы у нас были бы в полной безопасности. Если бы мы не могли предъявить вам обвинение в попытке к бегству из плена. А во-вторых, более серьезное обвинение в убийстве моего отца. Помните, Эббинг, смерть Егора Перекрестного мы не простим вам даже 24 года спустя. И если вы чем-нибудь не заслужите снисхождения, то... Я не убивал его. Докажите. Хорошо. Докажу. Как? Я поведу вас туда, где погиб этот... Ваш отец к руднику. Вы поймете, что я здесь ни при чем. Он погиб сам. Этот путь тоже ведет к руднику? Да. А это сам рудник? Да. Ага. А что это за деревья с точками? Деревья с точками? Ну? Не знаю. Это знает тот, кто рисовал этот план. А я не знаю.
Так. Что вы сказали? А, ничего. Смотрите, роща, ручей, все, как указал отец. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь, как говорят русские. Что, профессор, грузинских пословиц не хватит, а? Роща, ручей есть. А пещера где? Таких мест здесь тысяча. Я ручаюсь, что это здесь. Ручаетесь? Ручаетесь. Могли быть обвалы. Это надо поискать. Разбить лагерь здесь! Вот мой знак. Нам завтра расстаться с тобой. До вечера обследуем весь участок. Но вы боялись. Есть такая немецкая песенка? Есть? Или была? Да. Она спета здесь, на востоке. Партизанами мы это делали. Эббинг не мог не знать этого. Подстроил. Его рук дело. Ильвали, он тоже пострадал. Погиб он. Где он? Исчез. Только что там лежал мертв. Как будто мертв. Смотрите! Что? Эббинг скрылся сюда. Thank you.
Вверх руки. Вперед. Ну. Зашел здесь. Может быть, это он писал? Я и двое ребят нуждаемся в помощи. Вольфрам? Да, Вольфрам. Наконец-то. Вольфрам — это все. Пушки, танки, самолеты, бронебойная сталь. Твой отец нашел золото. А ты, Вольфрам. Мы найдем все, что нужно для победы. А вот по такому поводу твой народ сказал, если сын отца немного лучше, тогда родине намного лучше. Погибшим во славу Родины! Салют! Мы отомстим за отца, за 18-й год и за наших